на мое первое выступление. Это была маленькая из бикини, которую я готовилась больше полгода. 12 часов начинается регистрация, и в 6 часов начинаются самые непосредственные занятия. Надеюсь, что у меня все получится. Девушка, здравствуйте, не подскажете, где здесь соревнования по фитнес-бикини? Понятия не имею, вообще не знаю, где я нахожусь. Здравствуйте, друзья, мы находимся в городе Ханты-Мансийске. Приехали на соревнования фитнес-бикини и что там еще? Бодибилдинг? Бодибилдинг? Номинации фитнес-бикини. Да, именно так. Приехал я со своей женой, она у меня выступает. Приехал ее поддерживать и болеть ее. Надеюсь, на мои соревнования она поедет тоже и будет меня поддерживать. Мои соревнования окружные будут проходить 7 октября в городе Сургут. Ну что ж, пока гуляем. Busy with the flow and I'll be busy with the pen. Little rascal like Dizzy in the end. Call 999 for the ting I got. Cause it's boom bye when the bassline drop. Flip mode, switch flows, where you get that from? Rude boy really better, made the chit chat stop. I'm like, woo! Stand for something you love. Tell her from the start, I'ma tell her from the jump. Вот оно поле боя наше сегодняшнее. Да, солнце? Diamonds effect. 4 часа у меня грим сценический. Меня будут обмазывать, а в 6 часов уже выходить на сцену. Хотя не знаю, наша номинация во сколько будет. 6 часов общих соревнований, начало общих соревнований. Поворот направо.
Девчонки, только слушайте меня внимательно. Пока вы самая послушная категория. Не испортите себе впечатление. Номер 36, 37, 38. Делайте два шага назад. Назад. Два шага. Замечательно. Номера 39. Молодцы. 38 чуть-чуть вместе. Перехвалил вас, девчонки. Хорошо. Стойте, как нравится. Поворот направо. Спасибо. Поворот направо. Спасибо. Поворот направо. И поворот направо. Поворот направо. Спасибо. Поворот направо. Поворот направо. И вся категория. Улыбка залу, зрителям, судьям. И проходим за кулисы. Ждем приглашения на награждение. Единицы в категории. Далеко не уходят. Буквально после награждения состоится абсолютное первенство. Просьба далеко победителей не уходить за кулисы. А я называю места для всей категории. Седьмое место. Номер 37. Моисеева Кристина, город Сургут. Поприветствую Кристину. Шестое место. Мухтасимова Гульнара, номер 38. Пятое место. Номер 41. Галиева Марина, город Тюмень. И четвертое место. Номер 42. Гребень Елена, город Тюмень. Просьба девушек спуститься со сцены и пройти за кулисы. Остается только тройка призеров.